Всем привет, вы на канале TradeFacts, с вами Глеб, и сегодня будет такой экстренный, надеюсь, короткий выпуск по состоянию на рынке, что у нас произошло за последние несколько дней, почему именно сегодняшний день, 13 сентября, будет важнейшим для крипторынка, и расскажу за ближайшие диапазоны поддержки и сопротивления по битку, как на краткосрочной перспективе есть, в принципе, отличная возможность заработать. В принципе, обо всем этом мы поговорим на протяжении всего этого видео. Первое и самое важное, что сегодня, 13 сентября, по киевскому, по московскому времени, в 15:30 будет объявление индекса CPI. Это индекс, который отвечает за инфляцию в США. И на текущий момент сразу делюсь таким небольшим инсайдом, как на этом можно в краткосрочной перспективе заработать. У нас есть инфляция, которая составляет 8,5%, и есть ожидания, которые составляют 8,1%. И далее, в зависимости от цифры, которая выйдет в 15:30, здесь нужно мониторить именно в моменте, секунда в секунду, какая у нас появится здесь цифра, и сразу такой максимально простой паттерн. Если эта цифра будет 8,1% и ниже, то это лонговая позиция, то есть можно заходить лонг, чтобы забрать с целью с рынка там 1, 2, 3, может быть даже 4%. Чем больше у нас отклонений, например, у нас цифра будет 7,7, тем сильнее будет движение в моменте, то есть оно будет уже не процент, а где-то там 3-4, либо же 5%. И вторая обратная как бы статистика, если у нас эта цифра будет примерно 8,5, 8,6, 8,7, либо более процента, то это крайне негативный сценарий для крипторынка, и в моменте это шортовая позиция, где также с небольшим стопом можно будет зайти на абсолютно любой актив, но я буду, например, пользоваться либо битком, либо эфиром, и сделать ставку на понижение. Обязательно застраховать себя стопом и не жадничать, забирать 1-2-3% прибыли с рынка. Это, в принципе, по идее краткосрочной стратегии, как можно на этих данных заработать именно в 15:30. Все важно сделать секунда в секунду, промониторить, как это будет. Ссылку на этот ресурс, где можно мониторить эту цифру, я оставлю у себя в телеграм-группе. И давайте теперь переходим дальше. Не краткосрочной, а к более среднесрочной, долгосрочной перспективе, что нас будет ожидать после выхода этих данных. Опять же, как и в краткосрочной перспективе, если у нас инфляция подтверждается, она составляет 8,1%, а еще лучше, если она будет еще ниже, это говорит о том, что сейчас, в принципе, политика, точнее, экономика США действует довольно в правильном русле, в правильном направлении, и потихоньку уровень инфляции подавляется. Это будет говорить о том, что у нас в дальнейшем повышение ключевой ставки, которое будет уже 21 сентября, оно-то будет, но оно будет не такое агрессивное, и потихоньку оно будет затухать. А когда у нас такие события происходят, по крайней мере, не так агрессивно повышают эту процентную ставку, это огромный позитив для фондового рынка и для крипторынка. Поэтому, если мы увидим цифру, которая ниже, чем 8,1, когда у нас выйдут данные по инфляции, мы можем увидеть на ближайшие несколько дней вот такие вот цифры. Первое, по биткоину запоминайте, очень важные уровни 23500, и второе, это подойти уже к отметкам, где мы были не так давно, где-то 2-3 недели назад. Это район 24900, 25100. В принципе, биткоин к этим целям может подойти. Теперь, что касается у нас более негативных данных. Если у нас инфляция оказывается, вопреки вот вообще всем прогнозам, она, во-первых, остается либо на уровне 8,5, а еще хуже, она начинает повышаться, то это, в принципе, локальные медвежьи настроения и на фондовом, и на крипторынке, и тогда мы можем увидеть более серьезную коррекцию по биткоину. Ну, конечно, это будет даже не уровень 21500, 21600, потому что это просто пока что самый ближайший уровень поддержки, это будет более глубокая коррекция, а именно 20750, следующий уровень 20000, и если у нас прям совсем эти данные выйдут крайне негативными, то мы можем снова опуститься в диапазон 19-18500. Поэтому именно от этих данных сегодня будет зависеть дальнейшая судьба биткоина, ну как минимум на ближайшие несколько недель, а я бы даже сказал на ближайший месяц. Это вторая по дата по важности, которая произойдет в сентябре. Еще одно у нас будет важнейшее событие. 21 сентября будет объявление как раз этой процентной ставки. Но обо всем этом мы будем говорить уже ближе к самой дате. Также, после выхода данных по инфляции на следующий вечер, либо на следующий день, я дам подробный комментарий, чего стоит дальше ожидать от крипторынка, от цены биткоина, как это вообще все скажется конкретно на крипторынке. Обо всем этом я буду писать у себя в телеграм-канале, поэтому welcome, ссылка на него будет в описании под видео.
подписывайтесь, кому эта информация нужна. И теперь давайте определимся, что же у нас произошло с биткоином за последние двое-трое суток и что мы имеем на текущий момент. Во-первых, мы имеем такой локальный паттерн, что биткоин у нас четко ударился в уровень 22448 и отсюда уже отскочил почти что на 1.5%. Что это такое 22448? Это коррекционная 0.38 цифра по Фибоначчи и, конечно, это мы видим, что является горизонтальным важным зеркальным уровнем. Поэтому здесь он имеет небольшую силу. Это если мы говорим на дневке. Поэтому мы можем, в принципе, ожидать небольшие коррекции, если у нас эта цифра, например, будет в рамках ожидания, выйдет там 8.1, 8.2, то, в принципе, какого-то большого такого негатива либо позитива не будет, это нейтралитет, в принципе тогда краткосрочные сделки не имеют смысла, потому что у нас не было значимых отклонений, но в принципе на более глобальном масштабе, там в рамках недели или месяца, это очень позитивное событие. Поэтому тогда мы можем откатить всего лишь немножко где-то на уровень 21500, 21600, и отсюда у нас в принципе вполне себе может продолжение быть роста. Либо здесь будет вот такое накопление, и отсюда у нас уже будет дальнейший выход вверх, опять же при позитивных данных по инфляции. Что еще у нас может произойти? Давайте проанализируем недельный график, потому что сейчас недельный график у нас будет задавать тренд такой более масштабный на месяца вперед. У нас было закрытие очень шикарное предыдущей неделе. Мы видим огромный хвост, это говорит о том, что здесь у нас сильнее всего включались быки, сильнее всего включались покупатели, и весь этот хвост, который составлял, сейчас скажу вам точную цифру, в районе 7%, это все дело выедалось, и затем у нас неделька закрылась очень хорошо, максимально по бычьи, и в принципе мы как следствие увидели продолжение роста еще на 3%. Пока эта неделя у нас не закрылась, у нас есть все в принципе предпосылки, что мы подойдем на 23500, а дальше уже будем смотреть по ситуации. Помимо того, что 23500 у нас является таким посредственным уровнем, это у нас является еще коррекционным числом 0.23 по Фибоначчи, это также является у нас нижней частью восходящего канала, из которого, напоминаю, мы выбились, сейчас переключаясь на дневной график, скажу вам точно дату, 19 августа, то есть цене осталось проделать всего лишь там совсем-совсем немного, и эта цифра составляет, да что ж такое, вот, эта цифра составляет 6%, поэтому даже в рамках сегодняшних суток при позитиве по индексу CPI мы можем очень быстро сюда подойти. Еще из интересного, что касается индекса доллара, то мы видим, что 1, 2, 3, 4, за последние 5 суток у нас было пиковое снижение где-то на 2,7%. Соответственно, когда у нас страдает доллар, то у нас хорошо фондовому рынку, например, индекса S&P 500, и у нас также хорошо биткоину. И также, что касалось индекса S&P 500, в принципе, вчера мы позитивно открылись и закрылись. Цена S&P 500 прибавила еще 1,4-1,5%, и в принципе это на себя перенял биткоин, который также за вчерашние сутки сделал, но уже побольше, сделал 4%. Еще из интересного, мы видим, что биткоин продолжил рост, но если мы посмотрим, например, на тот же эфир, то последние 3 дня мы видим лишь коррекцию. Эфир уже скорректировался почти что на 6%. В принципе, если посмотреть на другие альты, то там ситуация где-то похожая, где-то не очень. Например, Ripple вообще ушел во флэт и в целом сейчас как бы показывает какую-то такую флэтовую небольшую коррекцию. Но он не продолжает рост так же, как и биткоин. Если увидим ADA, то ADA такая же ситуация, как и по эфиру. У нас коррекция почти на 6%. О чем это говорит? О том, что сейчас биткоин начинает забирать на себя капитализацию с альтов. И мы видим это на графике, который показывает нам как раз соотношение капитализации битка к именно альтам. И мы видим, как за последние 5 суток эта доминация вырастает почти что на 7%. И ударяясь в один из уровней сопротивления, цена пока что здесь зависает и не показывает каких-то сильных либо отскоков вниз, либо дальше продолжение роста. Поэтому мы и видим, что биток растет, а альты немного корректируются, либо стоят на месте. В зависимости от того, что будет происходить на этом графике, будет как бы дальнейшая риторика всех движений. У нас продолжит расти сам по себе биткоин, либо альты начнут его понемножку догонять, опять же, при позитивных данных по инфляции США, в зависимости от того, что выйдет на сегодня. Думаю, максимально подробно осветил все события, а для тех, кто хочет торговать максимально удобно на деривативах, я имею в виду маржинальная торговля, я имею в виду фьючерсы, и забирать до 4000 долларов бонусов, я вам рекомендую воспользоваться биржей Bybit, которую я очень люблю, торгую на ней со своими трейдерами, всем эта биржа, очень многим эта биржа нравится, и при этом у вас еще есть замечательная возможность забрать бонус до 4000 долларов,
то рекомендую воспользоваться ссылкой на эту биржу, будет в описании под видео. Именно по этой ссылке вы получаете этот бонус, и вы получаете шикарные условия для работы на фьючерсном рынке. Еще из позитивного, что сейчас действуют нулевые комиссии на споте на этой бирже. То есть почему бы не воспользоваться, почему бы бесплатно не поторговать, не тратя денежку на то, что вы отдаете бирже за комиссионные услуги, поэтому рекомендую воспользоваться биржей, воспользоваться ссылкой. А на этом у меня все, всем желаю хорошего дня, пока!